Все готовы. Бой! Всероссийская федерация спортивного миксфайта существует в России с 2016 года. Соревнования под ее эгидой проводятся постоянно, но, как и во многих других видах спорта, в этом году чемпионат страны оказался под большим вопросом. Все гадали, все задавали вопросы, отменят, не отменят. Но, слава богу, как говорится, у нас мероприятие стартовало. И, как вы видите, поединки проходят и будут ребята отставить звание чемпиона России. И во взрослом категории за чемпионские пояса будут выступать. В нынешнем чемпионате России по миксфайту принимает участие более 200 спортсменов со всей страны. Их возраст от 10 до 40 лет. В связи с ограничениями находиться в зале могут только члены команды, судьи и тренеры. Но даже в таких условиях страсти здесь кипят нешуточные. На него смотри, постоянно дергай. Вверх-вниз подергай. Вверх-вниз подергай. Принимает участие в соревнованиях и видновская команда «Хайкик». Всего честь клуба защищают 18 бойцов в возрасте от 10 до 28 лет. Поединки только начались, а наши ребята уже показывают хороший результат. Подготовка числа очень хорошая, потому что турнир в нашем доме в городе Видном. Отличное впечатление, у нас уже трое в финале. Вот впереди финальные бои, остальные человек 15 еще впереди поединка ожидают, еще не бились. Канжар Душанкулов, он в синей форме, один из бойцов видновского клуба «Хайкик». Через месяц ему исполнится 11 лет смешанными единоборствами. Канжар занимается 2 года. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, ему удалось принести победу в копилку команды. Победа присуждается бойцом синего клуба. Уже после спортсмен признался, что перед началом поединка чувствовал себя не вполне комфортно. Я начал волноваться очень, когда я уже пошел в ринг. Мне стало немного страшно, но потом я понял, что я его сильнее, из этого я его выиграл. Соревнования продлятся 3 дня. По их итогам будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате мира. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.